Поправить головной убор, фартук, прицепить брошь. Сотрудницы санатория Мацеста примеряют на себя образ буфетчицы из 60-х и отправляются угощать прохожих сладостями. Большое спасибо. Спасибо. Погода прекрасная. Спасибо. Спасибо. Сегодня девушки тестируют новые для себя образы, чтобы в день открытия курортного сезона все прошло на высшем уровне. Они и еще несколько таких же буфетчиц будут представлять свое предприятие на карнавале. Будут и угощения, и яркая передвижная платформа в виде автомобиля того же времени. Все для того, чтобы погрузить публику в советскую эпоху. Мы не берем прямую копию. Это наша интерпретация на тему. Вот. Я думаю, что у Сочи хорошее прошлое, интересное, советское именно, это ценно, это любопытно. Ну и потом это сейчас модно, вот, и стильно. В карнавале, как и в прошлые годы, примут участие предприятия из трех крупных блоков – санаторно-курортная, отрасли, рестораны и торговые сети. Для компании это отличная возможность показать себя. Вообще, карнавалы, открывающие сезон, должны стать сочинским брендом, считает глава города Анатолий Пахомов. Поэтому зрелище должно быть ярким и запоминающимся. И безопасным, конечно. Особое внимание нужно уделить организации дорожного движения, мероприятиям безопасности, потому что мы планируем, что мероприятие будет достаточно длительное, но перекрывается курортный проспект. С каждым годом, я думаю, что традиция будет нарастать, и придем к таким же карнавалам, какие проводятся в лучших курортах с нашего мира. Участники карнавала, по задумке организаторов, выстроятся в 32 колонны. Ожидается, что по курортному проспекту в ярких костюмах под зажигательную музыку в карнавальном танце пройдут около 4000 человек. А вообще праздничные мероприятия в честь старта летнего сезона начнутся в пятницу. В этот день в Сочи откроются сразу два памятника – основателю курорта Мацеста и герою Советского Союза. Завершится пятничный вечер мероприятием «Музыка на воде». Продолжится праздник в субботу. Сочинцев и гостей курорта ждут активности у художественного музея и на площади у Южного Мола. Там подведут итоги конкурса карнавальных костюмов. А вечером состоится долгожданный карнавал. Театрализованные колонны начнут свое движение от Зимнего театра. Жители и гостей курорта на представление ждут в 19:30.